вы находитесь на канале сайта kupikupi.by, и на этом канале мы распаковываем вещи, снимаем это на видео, показываем вам. В данном случае мы будем распаковывать какой-то предмет одежды. Я так полагаю, что это майка. Посмотрим. Да, это вот такая маечка. С очень смешным рисунком. Хорошего качества. Трикотаж очень мягкий. Немножко эластана имеется в составе. Поэтому она очень хорошо тянется. Сделана аккуратно. Прошита тоже очень хорошо. Вот такой вот рисунок. А рисунок в печатном ткань. То есть это не наклейка. Я думаю, что в стирке будет вести себя хорошо такая вещь. На майке указан размер L, но на первый взгляд я бы сказала, что эта майка скорее размера S, или если это мужской вариант, это даже XS для людей, которые проживают в среднеевропейской части мира. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заказывайте вещи из Китая.